Фонд Гейдар Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, постоянно реализует различные проекты, связанные с будущим детей. Забота о детях является одной из приоритетных целей фонда. Его деятельность направлена на оказание помощи наиболее слабой, нуждающейся в особой защите части населения, в первую очередь больным детям, а также малышам, лишенным самого ценного в мире – родительской любви и заботы. Реконструкция расположена в поселке Шевелян Хазярского района Республиканской специальной школы-интерната номер 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья и лишенных родительского попечения, а также специальной школы-интерната номер 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья также является наглядным примером внимания к детям этой категории. Первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева, приняла участие в открытии после реконструкции Республиканской специальной школы-интерната номер 4 в поселке Шевелян. Первая леди Азербайджана была проинформирована о том, что учреждение действует с 1967 года. В 2013 году школа была снесена и отстроена заново. В школе рассчитано на 160 детей, построены учебные и спальные корпусы, а также медицинский пункт. В музыкальных и спортивных залах, кабинете лечебной физкультуры и классах имеется весь необходимый инвентарь. Кроме того, на месте небольшого здания, действующего при школе центр реабилитации, построен двухэтажный центр реабилитации и развития, предусмотренный для 100 детей-дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Отмечал, что в центре созданы благоприятные условия для обслуживания специалистами детей в течение дня, их питания и отдыха. В школе-интернате также имеются гончарная, ковроткацкая, плотницкая, слесарная, швейная, ткацкая и художественные мастерские. Для эффективной организации досуга и отдыха детей в школе оснащены самым современным оборудованием, функционирует крытый плавательный бассейн и спортзал. Во дворе учреждения построены беседки, открытая футбольная площадка. После реконструкции специальная школа-интернат номер 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья также полностью отвечает современным стандартам. Президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии учреждения. Отмечалось, что школа действует с 1962 года. В 2013 году фонд Гейдар Алиева построил здесь новое учебное здание. В школе обучаются дети с дефектами слуха и речи. Обучение здесь проводится в двух отделениях. Первое отделение предназначено для детей с легким дефектом слуха, а второе для учащихся с тяжелой формой дефекта. В первом отделении обучение 10-летнее, а во втором 12-летнее. Первая леди Азербайджана была проинформирована о том, что в специальной школе на 220 мест, помимо преподавания всех дисциплин, проводится индивидуальная работа по развитию произношения слуха, а также в индивидуальном порядке работа по мимике и диктологии. Школа, построенная в современном дизайне и с учетом всех требований, обеспечена необходимым инвентарем. Кроме того, создана и оснащена необходимыми принадлежностями биологическая, химическая, физическая лаборатории, дефектологические кабинеты, спортивные тренажерные залы, комнаты ритмики. Для досуга учащихся построена открытая спортивная площадка, а для профессионального обучения – мастерские. Здесь также действуют швейное, поварское, ткацкое, ковроткацкое, слесарное отделение, оснащенное всем необходимым инвентарем. Во время знакомства с мастерской президента фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиевой был подарен ее портрет, выполненный учащимися школы.